Всем привет, с вами как всегда Влад. И сегодня мы будем проходить уровни, которые нам скажет рулетка. Ну, я думаю, что мы не будем так долго тянуть. И начнем прямо сейчас и прямо сегодня. Крутим! 52. Очевидно. Рандом. Но какой шанс, что исключительно первый? Не какой-нибудь 12-й там, например. В итоге я собрал только одну единственную звездочку. Сейчас посмотрим. Только там было невозможно, поэтому сейчас это возможно. Когда ты собрал это синий, забейся на то, что это возможно. Я его собрал, поэтому это возможно. Бегаешь от шипа и идешь обратно, забираешь ключ, потом... Ну, перед этим лестница, а потом звездочки, потом ключ, потом лестница, здесь квадрат. Заходишь сюда, потом вот сюда, идешь вот сюда, аккуратно делаешь так, потом делаешь так, убегаешь в квадрат, падаешь шипы. Ничего страшного, забей на поражение, сначала забирай вот эти звезды, вдыхаешь, ничего страшного, забей на поражение, опять же, повторяя это я, потом все сдохнешь, можешь и пройти, может с первого раза, может как угодно. Но главное разозлить вот этого кубика, это вот смысл вот этой игры. Забираешь ключ и идешь к выходу. Потом нажимаешь кнопку старт. И это рандом. Это легко. Вот 52-й. Я как раз зашел куда надо. Вот это вот хата. Да. Здесь уже начинается квадрат. Он изичный. Вообще, он изичный. Да уж, ребят. Конечно, соберу и звездочки здесь, но не обязательно все, но возможно и все. Ну, это не знаю, как получится. Можно не на все, потому что уже пройдены все уровни, на все звездочки пройдены у меня, поэтому можно собирать и не все. Ну, сделаю 6 раз. Я хочу 6 раз. 29. Захочешь 29, сразу идешь препятствие и берешь вот тогда и тащишь бревно, на него становись, потом вот так вот прыгай. Вот так, делай вот так вот, потом бревно катится, ты делай так, потом вот сюда, здесь вот. Подожди, это будет долго, но зато подождать вот так вот можно. Можно попрыгать туда-сюда. Главное не свалиться, это тут смысл. Это толк, смысл. Если ты там сделал, но... Если уже укатилось бревно, засунь его обратно поскорее. Но если не получилось сделать вот так, тогда чекай вот так, и вот так, и вот так. Можно как хочешь, может и так. Скачай сюда, давай вот так. Сначала стащишь его вот сюда, вот так, потом вот так. Запрыгаешь здесь, не получилось, еще раз не расстраивайся, жди вот здесь. Оп. Минус квадраты. Кнопку нажаты. Не нужно нажать. Ведь это обязанность. Йоу. Здесь нас встречает сразу же ниндзя. Его нужно... Мутузи конкретно как ниндзя. Ниндзя всегда убивает. Поэтому не надо здесь удивляться. Сейчас он
Поток, но он меня, он значит хорош. Идем мы дальше крутить рулетку. Нажимаю кнопку старт. Показывает 66. Вот так и вот так пока не исчезнет. Выбираю 66-й левел. Он вообще изи, поэтому проблем будет прям зеро, поэтому можно здесь вообще расслабиться. Только здесь вот надо будет самое сложное. Ждёшь 1 миллисекунду, нажимаешь кнопку старт, себе показывает число. Показали 54. Если не задоначено, то не ленись, делай так, как по-обычному делают все люди, которых не задоначено. На втором уже это будет делать легче. Можно вот делать, как я делаю. Это здесь показано, поэтому не волнуйся. Нажимаешь кнопку Jump. Ждешь платформу, это быстро. Может, уже приехала платформа. Сначала вот так, потом вот сюда, сделаешь так, постоянно забудет делать так, потом перешета, потом вот сюда, залетаем сюда, потом вот сюда, залетаем сюда, экспонтам, идем вот сюда, падаем, здесь страшного нету ничего, поэтому мы идем сюда, потом мы падаем сюда, а потом, ну, нажимаем кнопку jump и проходим снова. Ладно, кому этот урок сильно понравился, ставьте лайки и подпишитесь. Ну, всем пока, пока, йоу-йоу!